Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Мне почти 22-я часть игры под названием Dight Arthugas. Наша главная цель в данной миссии захватить форт. Еще один, а может быть что-нибудь еще сделать. И, кстати говоря, друзья, огромное всем спасибо за поддержку. У нас на канале уже 204 человека. Первая цель выполнена. У меня была первая цель набрать 200 классных друзей. У меня все получилось. Теперь моя вторая цель набрать 400 классных друзей. Надеюсь, с вашей поддержкой, друзья, у меня все получится. И я об этом уверен. Еще раз вам огромное спасибо, друзья, за поддержку. Так, последнюю точку синхронизации я сделал в Насау. Хотя тут уже видите, как дофига сундуков. Еще тут я, так сказать, не взял контактное убийство. Надо будет сейчас быстренько выполнить, перед тем, как мы отправимся в форт. Кстати говоря, вот форт, который я хочу в этой миссии захватить. Вот, вот он. Эти, дай. Тортагус называется миссия, получается, легкий уровень сложности, а дальше уже будет посложнее, тут уже будет у нас, как я понял, среднячок, да? Да, заработать много, это по-любому среднячок. Потом следующая миссия у нас уже будет основная, именно я эту миссию выполню, а? Как она называется, пока без понятия какая, так, я думаю, в этой миссии еще сюда вот сплавать, на этот остров, дабы, чтобы локацию себе изведать, а? Может быть, даже вот тут поплаваю, если это возможно будет. Или вот тут. В общем, миссия получится прикольная и интересная. Может, по ходу дела и потом название миссии переделаю. Посмотрим, друзья. Так, ладненько. Прыжок веры. И люблю вот так прыгать, честное слово, в этой игре. Так. Фрагмент анимуса надо собрать. Блин, Эдвард офигенный пятый ассасин. Честно, друзья, огромное вам всем-всем-всем спасибо за вашу поддержку. Мне очень приятно, что вы поддерживаете меня. Так, фрагмент анимуса 4 из 13 собран. Так, там у нас был... молодец! Там у нас был сундук внизу. Так, по-моему, сундучок... А, сундучок тут был недалеко, да? Если я не ошибаюсь. Да, я прав. Сейчас возьмем его, друзья, и отправимся веселиться. О! А вот он и сундук. Кстати, главное потом будет Эдварду поменять костюм. Хоть, конечно, костюм прикольный, но надо от времени себе одежду менять. В настоящий момент в каюте капитана доступно 9 улучшений. Ух ты, прикольненько. Кстати, у меня уже 12 тысяч реалов. Это крутяк, друзья, круто. Так, сейчас быстренько рукопись возьмем. Тамплиеров погосим. Блин, это офигенная классная игра. Тут так красиво, блин. Я бы на этом острове бы сам бы отдохнул бы в Насау. Да и в Гаване бы тоже, а. Море такое чистое, такое кайфное, блин. Обожаю эту игру. Ух ты. Так, давай, Эдвард. Охренеть, ты молодец, Эдвард. Ух ты, прям в пещере находится рукопись. А, нет. Так, это получается у нас стоит всего, наверное... Охотники на пиратов, да? Блин, а? Ты сразу, а? Блин, и всего и начало, друзья. Надеюсь, вам правда нравится, а? Я правда респект и уважуху вам всем-всем-всем, друзья мои. Правда. Только, конечно, я ваши... Вас всех... Ну, ваши имена не все знаю. Но, тем не менее, друзья, огромное вам всем спасибо за поддержку. Так, на славу тайны. Вторая из пяти. Ну, прикольно, прикольно. Так, друзья, сейчас мы отправимся с вами быстренько на корабль, на галочку. А может быть, в принципе, возьмем сундук. Так, опа, боеприпасы нам всегда нужны. Кстати, как в этой игре, сами видите, море просто офигенное, такая чистая прозрачная вода, что правда хочется искупаться. Правда, на столбце резко погодка изменилась. Тут было тепло, а потом пошел дождь, стало уже прохладней. Сейчас, друзья, быстренько я сундучок возьму еще один. Но, друзья, не переживайте, в Насау я еще вернусь. Кстати, когда точно, я же хотел контракт выполнить, а? Да, перед тем, как я отправлюсь... Хотя нет, это как я сделаю, друзья. Сначала я что-то сделаю, а потом уже вернусь на Насау обратно и выполню контакт. Это будет финал, получается, у меня выполнение контакта. Или нет, посмотрим по ходу дела. Да, друзья. Давай. А, капитан вернулся. Ее, мои друзья. Тут дофига сундуков я не взял. Так, меню быстрое перемещение. Да не, быстрое перемещение не нужно. Просто в море, а. Поплаваем, как говорится, вражеские корабли поуничтожаем. В общем, правда, прикольненько играет. Кстати говоря, уже прикольненько играет, скоро выйдет про ассасинов. Чудный день для грабежа. Согласен, согласен. Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуне ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю.
Твою Но в чем ты ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Окей, окей, с эти охотники ребята уже второго уровня. С полюбой с них корабли будет жестче, поэтому нам срочно нужно этих дебилов убить. Хотя нет, от них я уже оставлю или нет? Ладненько, сейчас, друзья. Я быстренько этих придурков поймаю, как сказать, пофигачу, убью пятерых. Даже думаю, прыгать не буду к ним. Так, с фольклора. Догашу, потому что охотники на пиратов уже близко. Кстати, как видите, у меня уже уровень известности, друзья, второго уровня. Это капец. Так, деньги бросить не нужно, а оружие есть, ладненько. Эти фольклоры что-то не работают, так что быть. Я сам все сделаю, друзья. Так, где у нас тут... Опа, у них капитан, а какого хрена? Что это такое? Я ж типа сделал. Кто бред, друзья? Может, игра поганула? Не знаю, друзья. Ну, видите, я получил с фольклоров не мог их гасить, а? Ладненько, друзья. Сейчас главное, чтобы моих ребят не убили, эти придурки, а? Эдвард реально крут. Он налево и направо и гостит тамплиеров. Там просто пипец. Блин, суп, как он умер? Кто его убил? Как он реально умер? Только опять, друзья, погодка поменялась. Было солнышко, светило солнышко. А уже теперь опять. Пипец, шторм. Буря. Вот такая же у нас... Да как они умирают-то, а? Что за бред, блин? Я не пойму, что за хрень? Какого хрена? Что за фигня происходит? И как это понять? Вы что, ребята, да вы... Вау! Вау, сверху убил, молодец, Эдвард, а? Офиг, получился я, тот корабль напал, а мои ребята напали на этот корабль. Блин, молодцы, ребята. Так, последнего дебила осталось убить. Вау! Круто, кстати говоря, почему-то я и тех всех дебилов убил, а галку типа починить нельзя было, а тут можно. Игра тупанула в том моменте. Ладно, друзья, все бывает. Как видите, у меня уже почти третий уровень скоро будет известности. Поэтому я думаю, надо будет, когда я захочу форт, надо будет уровень известности снизить. Потому что галка еще не готова к третьему уровню известности, а? Так, снизить. Опа, а может я сделаю это? Так, ну думаю, пока не буду это делать. Или буду, я лучше, знаете, что сделаю? Галка целая, ладно, так что быть. Снижу известность. Дабы пока галка не готова к третьему уровню известности, потому что охотники на пятов уже будут сильнее. И полюбаясь галку, поимеют нас. Так, в этой миссии надо будет более-менее себе галку улучшить. Вот с чем я займусь. Так, ага, для абордажа. Так, какой-то бред, я же их гасил. Так, известность, известность возросла. Так, ладно, охотники на пятов, так что быть. Давай, друзья, повеселимся, и погосим дебилов. Хотя я тебе пока могу абордаж сделать. Ваня, сейчас быстренько эти придурков возьму на абордаж. Хотя я всех уже убил. Видели, как я все сделал? Круто, да? Так, мне уровень известности я больше не буду снижать. Отправлю во флот. Чтобы флот... Я просто хочу свой флот развивать, а? Чтобы он был круче и лучше. Ваня, сейчас этих дебилов я быстро угомоню. Там что, их двое, что ли? Охренеть, их двое! Твою налево, да я вижу, вижу. Да я же говорю, капец будет, а? Если бы я еще уровень известности повысил, друзья, то был бы вообще пипец, а? Так, внимание, с открытым столкновением будет недоступно. Так, ё-моё. Я вот не знаю, кого первых... Ладно, этих первых загашу. Видите, на меня напали целых два корабля с охотниками на пиратов. Это капец, будет битва жесткая. Дабы у них кораблики-то не слабенькие, а? Как я их, а? Ого, видели, какая волна поднялась, да, вон там сверху? Это был баг. Ладненько, эти дебилы ушли. Так что быть, погодьте, мать, так, а? Так, Гэс, стреляйте, вот... Они стреляют! Да я вижу, вижу. Блин! Ой, это реально? Туда! А, какие-то у них... Блин! Нет, друзья, какие-то у них слабенькие помощники. Ну, ладненько, друзья, нам же лучше, а? Так, теперь можно воспользоваться, да? Опа, погодка опять резко поменялась. Опять светит солнышко. Блин. Офигеть, а. Честно слово, друзья. Мне очень нравится. Блин, я косую, а. Так, осталось последнего убить, а. Мне очень, друзья, нравится, блин, зимняя погода. Честно слово, я очень люблю зимние миссии в играх, а. Я просто обожаю, а. Любую, как ты не играешь, где есть зимняя миссия, я кайфую, а. А, тут тоже, это же охотники, а? Я просто руками его уделал. Эдвард крут, честное слово. Так, мои
Сестре подруга пришел, поэтому там немножечко шумновато, скорее всего, вы их слышите, а? Так, я починю галку, а? Дабы мне в жизни пригодятся, а? Чудо то, что дальше уже, форты, уже дальше будет сложнее на них нападать, потому что там уже уровень будет у фортов средний. Пока легкий, да, мне легко. Так, эти дебил сейчас я быстро загашу. Да, и пойду уже, наконец-таки, в форт. Ну, в любом случае, друзья, миссия прикольная, интересная. Надеюсь, вам она понравится, а? Я стараюсь, друзья, правда. Мне очень правда при этом, что вы поддерживаете меня. Вот реально. Я по мере возможности, друзья, ко всем вам захожу. Вы знаете, я своих не бросаю. Я не трепу. Окей. Так. Так, давай. Опа, чувака сам взял. Приколик, даже ничего не надо было нажимать. Так. Сейчас, друзья, их загосим. Ой-ой. И быстренько, как говорится, это, пойдем захватывать форт. Ой-ой-ой-ой-ой, тараном, сука. Как, блин, а? Так, а? Ладненько. Они сами напросились, друзья. Опа, мои союзники, да? Да, понял, все, да, не отвлекаемся, а. Во время битвы, друзья, лучше не отвлекаться. Кстати говоря, потом у себя на канале хочу записать финальный этап стального охотника. Буду чередовать его вместе с резидентом. Я уже к нему готовлюсь. Там я хочу в финальном этапе, вот у меня там последний финальный четвертый этап. Я хочу в этом этапе, друзья. Опа. Надо будет галку починить. Я хочу себе, друзья, танк взять. Как завершу, там, как дойду до 15 уровня, хочу себе танчик взять. Мне буквально осталось этот этап завершить, и я получу себе танк. Правда, надо будет подумать, какой взять танк тебе. Средний, тяжелый, либо средний француз, либо средний, либо тяжелый американец, либо тяжелый совет. Так, опа, вот так вот. Блин, своего убил, зараза. Даже не надо было с ними биться. Фольклорная пушка все решила за меня. Так, я думаю, что сделать, а? Галку починить? Или взять команды? Я думаю, лучше во Форт Кэнона отправить. Галку потом я починю. Просто у них кораблик только не слабенький, а мне нужны такие, массивные такие, не слабенькие кораблики, а. Ух, блин, честно, я очень рад, что моя первая цель выполнена. Я думал, не получится выполнить ее. Так, друзья, там у меня союзники. Надо им помочь. Я вижу там сзади груз, но, кажется, помочь союзникам для меня это важнее, чем груз. Так, вы охренели. Есть. О, кстати, какая... Сейчас я быстренько их поимею и починю галку, а. Ха-ха-ха. Теперь они союзникам моим ничего не сделают, а. Серьезно? Сейчас, друзья, быстренько их с фольклора также загашу. Хотя я хотел бы, конечно... А, нет, так, это... Понял, кто это? Вот они. Да. Так. Блин, а. Все, друзья, сейчас быстро галку починю и пойду уже захватывать форт. Еще один. И потом выполню контакт, который там будет, а. В общем, миссия обещает быть интересной, друзья. Так, разумеется, галку починить, потому что жизни мне нужны. Хотя сейчас я быстро зайду к груза капитана, может быть, получится что-нибудь себе улучшить. Именно галку. Да, моя цель вот, еще галку себе улучшить, а. Так, ладненько, сейчас. Союзники, все хорошо с ними, я очень рад, что я им помог им. Согласен, отдавали, согласен с тобой. Так, в принципе, думаю, реалов меня хватает. Хоть что-нибудь, галки-то я улучшу себе. А этот, правда, крутой. Пятый ассасин. Так, это у нас карта, но тут нужно, получается, интернет. Так, видите, хрена с два. Так, обломить, как говорится, Дима. Поэтому, друзья, сейчас быстренько, друзья, зайду. Так, еще продам, да. Затем продам груз. Ух ты, нифига себе. Получается, я сейчас продам ром и сахар. Ну, сахар продал, ого, тоже на 2000 реалов. Думаю, мои друзья-пираты, они обидятся. Ох ты. У меня 15 тысяч реалов. Получается, у меня 1 и 4 пятерки. Крутяк. Так, охотничьих трофеев у меня нет. Так, теперь купить. Улучшение галки. Ух ты, корпус. Так, я думаю, корпус у меня 3 уровня. Так, бортовые орудия у меня дерьмового уровня, поэтому я возьму, друзья, бортовые орудия улучшу себе. Дабы на падение форта и дебилов этих дальше кораблей. Мне это пригодится, думаю. Так, теперь что? Опа, мощность тарана у нас
Так, мощность обычных ядер. Так, мощность книплей. Эти как книпели прикольные штучки, а? Так, мортирные ядра. О, мортирные ядра, они у меня слабенькие какие-то. Я хочу вообще их использую, я даже не знаю. Так, больше мне ни на что не хватает, да? Денег именно материалов. О, понятно, мне хватает, получается, книпели улучшить. Все. Видите, более-менее в этой миссии я улучшил себе галку. Кстати говоря, внешний вид. Так, паруса с красными полосками. Опа, и сорванные паруса. О, прикольно, мне нравится, а. Такой прикольный цвет. Вау. Изорванные паруса. Так, команда у меня почти полная. Это хорошо. Так, я думаю, сейчас быстро поменяю себе наряд. Какой-нибудь другой костюмчик себе возьму. И, говорится, пойдем уже на форт нападать. Так, клинки у меня, в принципе, самые топовые, нахуй. Поэтому я их и использую, они реально топ. Хотя нет, получше есть здесь, да? И где получше? Ух ты, сабли Альтуира. Серьезно? А, тут получится урон больше, а тут скорость, комбо, удар. А, только на урон, если. Ладненько, использую сабли Альтуира. Хотя нет, их, походу, нельзя пока взять, да? Ну-ка, ну-ка. Пара сабель... Пара сабель когда-то принадлежавшему легендарному наставнику ассасинов Альтаиру и Бен-Ла Хаду. Ну, пока их что-то нельзя взять. Ладненько. Жалко. Так, одежду. Так. Наряд Эдварда Кеннона. Плащ пирата. Так, костюм капитана пиратов. Костюм офицера. Я вообще могу их взять? Не знаю, мне интересно. Костюм Эдварда Легенды. Костюм. Сейчас я вроде бы его использую. Так. Во. Мне понравился костюм Эдсо. Я хочу его использовать. Он прикольный, а? Правда, он прикольный. Мне также понравился костюм моего внука. Блин, тоже классный костюм у него. Блин, суперский, а? Фух, так ладненько, друзья. Галку улучшил я. Крутой Эдсо. Аудитория, по-моему, так зовут. Хотя как потом на канале я в чистой части пойду. Поиграть с этого прикольного легендарного ассасина. Постривлю. Так что, друзья, как говорится, галку мы улучшили, паруса поменяли, костюм поменяли. Пойдемте захватим форт. Так, опа, сейчас быстренько я груз возьму. Да, давали, капитан на вахте. Надеюсь, вам правда нравится мое прохождение ассасина, мои стримы. И понравится вам мое прохождение Watch Dog'а. Кстати говоря, друзья, огромное вам всем. Вау, красивое солнце, реально. Спасибо вам за поддержку вашу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. И всего-всего хорошего. Опа, опять у меня уровень известности второй. Так быстро вырос, капец, а. Сейчас быстренько, друзья, доплывем. И все будет хорошо. И огромное вам спасибо, что вы участвуете в вопросе. Какую следующую игрушку мне закрытым миром постримить на моем канале. Маленько откабрить только не будем. Пускай плывут, так что быть. Наша цель сейчас именно форт, как говорится. На форт напасть. Так, до форта нам осталось 5000. Я, конечно, могу галку ускорить. Я просто хочу, чтобы вы видели. А красивый остров, блин, красивые острова. Блин, опять погода поменялась, а. Красивое море. Даже такую погоду все равно море офигенное. В этой игре. Капец, как тут быстро погода меняется, а? Так, типа, время шторма... Ой-ой-ой, зараза! Блин, невнимательный я. Время шторма, друзья, дорогие. Видите, быстрое перемещение, типа, использовать нельзя. А теперь можно. Блин, кто нельзя было, теперь можно. Фиг поймешь, а? Я хочу так поплыть, а? Дабы так просто будет интересней. А погодка капец какая ужасная. Сейчас, друзья, быстренько мы, как говорится, причалим. Возьмем фармитанимуса и, как говорится, пойдем к нашей миссии. Знаете, мне очень нравится, что я в этой миссии, правда, себе галку улучшил, а? Вот честное слово. Капец, если там вы слышите, полюбайся. Мою, как говорится, сестру с ее подругой и папу моего. Они очень громко говорят. Опять погода поменялась. Капец, а? Капец, друзья, погода быстро так меняется в этой игре. Я в ахере, а? Блин. Только что был шторм, блин. Пускай смерть, сейчас что такое вообще, погодка была дерьмо. И плюс же бах, буквально пару секунд, и она стала оп, хорошая снова. Опа, я получил, собрал 5 фрагментов анимуса из 30.
О, как же, какая же это все-таки красивая игра. Блин, охеренная. Вау. Я влюбился в эту игру. Ну, потому что она очень интересная. Я понимаю, почему многим людям, моим и моим друзьям понравилась эта прикольненькая игрушка. Кстати, дорогие друзья, на своем канале я потом, после прохождения Watch Dogs Legion, или потом, в любом случае, пройду все части Watch Dogs, а именно первую часть и вторую, постримлю, либо просто так их пройду по частям. Также я потом у себя на канале пройду все части, как говорится, Мертвого Космоса, все части метро, все части этого Far Cry, в любом случае, все части Far Cry, все ассасинов, Watch Dogs, блин. Я пройду все на канале и другие игры. В общем, у меня много-много игр, друзья, на своем канале я буду проходить. Блин, опять видите, как теперь уже ночь, блин. Блин, погода в этой игре реально разнообразная. То дождь, то, блин, солнышко светит, то ночь. В общем, прикольно, а? Прикольно. Мои ребята поют, молодцы, а? Так, сейчас быстренько груз возьмем, так сказать, добычу. И пойдем уже захватим наконец-таки этот проклятый форт. Так, чувак, блин, с правой стороны. Так. А, получится, это... А! Блин, вау, красивая луна. Блин, это охеренная игра. Блин, я очень хочу на канале потом пройти метро все части, а. Блин, чувак с левой стороны. Ладненько, чувак важнее. Круз, конечно, хорошо, ничего не спорю я, но чувака надо спасти. Я же не козел. Опа. А вот теперь можно уже быстренько, говорится, на их корабль зайти. Быстро все забрать. Там по времени надо будет собирать груз. И пойдем уже наконец-таки захватим этот проклятый форт. Как говорится, улучшим свое влияние в морских пучинах. Я уже где-то, по-моему, 3 форта захватил, если я не ошибаюсь. Стой. Так, отлично, получается, надо будет перепрыгнуть, и за полную минуту надо будет быстренько все сундуки. Ого, почти допрыгнул. Как говорится, вскрыть. Ну, сокровища забрать. Видите, а, это уже 45 секунд. Ё-моё, а. Ладненько, ускоримся, друзья. Тут мы все взяли. Да, блин, Эдвард, вот не меч, что не нравится, друзья, что Эдвард, блин, по глупому берет и лезет, когда не надо, куда не надо, а. Да подождите, Эдвард, не тупи. Так, патроны у меня полные на пистолете. Так, все хватает. Так, у них только было получиться 2 сундука. Ладненько. Все, друзья, я успел. Через 20 секунд, как я понимаю, и корабль затонет. Так, членов команды, по-моему, у меня уже полная, да? Если я не ошибаюсь. Почти. Сейчас посмотрим, друзья. Затонет корабль у них, а мне интересно. Так, раз, два. Да, я был прав, корабль пошел ко дну. Ладненько, друзья, теперь сейчас уже можно будет ускориться, а? Дабы мы так просто будем долго очень плыть. Блин, вместе обещали быть правда прикольной и интересной. Какая же это все-таки офигенная игра. Галка просто, офигенный корабль. С каждым разом я все улучшаю, лучше делаю ее. Прокачиваю Эдварда, именно ему навыки, там, снаряжение. В общем, круто, а? Думаю, следующая миссия я уже пойду, думаю, на основную. И наконец-то встречусь с моим другом. Китом. О. Да, в следующей миссии. В принципе, галку я более-менее улучшил. Сейчас форт захватим. Так и сделаем. В 23-й миссии мы с ним встретимся. Опять дебилы. Охотники на пиратов. Но мы их проигнорим. Нам на них насрать. Наша цель ясна и понятна. Блин, галка реально такой быстрый корабль. Опа, опять чувак за бортом. Сейчас быстро его спасил. О. Так, мы получается... А, у нас максимальное количество людей, поэтому выжившего нельзя подобрать. Жалко, я бы взял. Так, груз есть. Так, ткань, прикольно. А, патрулируют постоянно враги. Это называется враги? Это слабаки, а? Да, мы сейчас, друзья, с вами приплыли, получается, на вражескую зону, как видите, да? Так, этого чувака вроде можно спасти, да? Вообще как-то непонятно, там того нельзя, этого можно. Как-то странно, друзья. Опа, известность возросла. Сейчас, друзья, анбардаж идти не будем, так и загостим, а. Опа. Просто не хочется время тратить, друзья, хочется... Сейчас быстренько на этом острове менее остановимся. В принципе, почти под пули к форту.
сундучок возьмем, вот тут тормознем. Есть! Чуть-чуть еще было бы, я бы долбанул бы галку, а. Давай, Эдвард. Отпусти штурвал. Эдвард. Так, все понял, во время боя, типа, нельзя, да? Нельзя отпустить. Зараза. Во время боя, друзья, дорогие, штурвал нельзя отпускать, а. Жалко, а. Смотри-ка, друзья, на всех мы на них наплюем, как говорится. Сейчас будет залп! Нам... Или не наплюем? Ладно, блядь, судя-ка, охотники на пиратов на нас нарвались. Так, морской форт, уничтожьте крепление форта. Да я понял, блядь, сначала надо дебилов охотников на пиратов загасить. Потому что, сука, они нам не дадут захватить форт, уничтожить и захватить его, а. Я больше чем уверен, а. Ну не зря я все-таки еще галку улучшил, а? Видели, видите, друзья, я еще быстрее гашу, а? Вау, а? А кого на абордаж я уже беру? А кого? Кто это? Ванька, без абордажа. Вот и дебилов мы... Да, друзья, веселая миссия получается, блин. Морские сражения. Ого! Охренеть, я галку улучшил, а? Налево и направо дебилов вбиваю. Так, сейчас быстренько... А, ты дебилы нам не дадут, да? Так. Да, блин, зараза. А, ладно, я на абордаж взял уже, да? Ладненько, сейчас я их быстро теперь так поубиваю. Надо делать фольклор гасить, а? Сука, блин, вот тут скинул меня. Да давай, давай, не тупи. Сейчас моих убьют, а? Мои еще ребята пока не обученные. Блин, зараза, а? Падал, ну-ка. Вау, 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 вау. Как ты падал, а? На тебя, ублюдок, иди искупайся. Так, сука, да опять убили моего, да что ж такое-то? Почему такие слабые у меня? Надо их, блин, дисциплине получить, надо их научить махаться, во. А то что-то они, блин, какие-то, друзья, очень даже слабенькие у меня, а. Вроде мужики такие, а, блин, спасти надо. Ух, есть, есть, я спас своего. Хоть одного спас, а. Мы поймели охотников на пиратов, а. Сука, круто, а. Оп, так, я думаю, что же... Так, галки, в принципе, жизни хорошо у меня. Я думаю, уровень известности я не буду снижать. Посмотрим, сможем ли мы третьего уровня охотников пиратов поиметь. Поэтому я отправлю их во флот Кайнамана. Мне кажется, мой флот уже лучше стал, кстати, когда надо будет потом в Янагуа спауте посмотреть, какой у меня флот стал, а? Да и, в принципе, все сундуки в Насау и в Гаване надо будет, вау, солнышко светит, пособирать и фрагменты анимуса. Так, эти дебилы меня достали уже. Опа, я опустил эти, как эти штуки называются, канопи, как-то так. Так. Готов. Да, вперед, вперед. Нет времени нападать на них, поэтому сделаем Бли! Так. Хороший залп. Во. Да вы достали уже. Видите, тут уже миссия потруднее, друзья. Тут уже дебилы на нас нападают. А в тот раз, получается, никого не было. Ваня-ка. Ага. Сейчас я у них... Быстренько пособираю груза и потом нападу на форт. Все, в принципе, с другой стороны, можно только на форт нападать. Блин, а на самом деле, ух ты, чего неизвестности, нифига себе. Может быть, даже в этой миссии, друзья, мы уже на охотников на пятов нарвемся. Все, друзья, да, долго мы плыли, долго гасились, и наконец-таки мы почти подошли к нашей цели. Блин, а, мне кажется, все-таки название прикольное, я думаю, его оставлю, а. Но предыдущая миссия, мне понравилось название, такое прикольное было. Королева пятов, король дураков, я даже запомнил. Блин, класс. Сейчас быстренько этот форт поимеем, захватим его и, может быть, завершим миссию. А нет, я еще выполню контракт, во, морской контракт, и тогда, думаю, завершу миссию, либо... Посмотрим, друзья. Просто не хочется делать ее долго, ну, на 2 часа, потому что потом на меня будет в Ютубе очень долго рендериться. Это получится уже как стрим, а не прохождение. Ну, получится как стрим у меня. Я хочу как... Я такие вот дела, друзья. Так, сейчас. Есть, так, одну фигнюшку мы их уничтожили. Так.
Давайте. Есть. Так, последняя фигня осталась. Стреляйте вон туда. Я понял, понял, друзья. Спасибо, спасибо. Ой-ой-ой. Я вижу, вижу, вижу. Так, все хорошо. Чуть-чуть. Немножечко. Так, еще чуть-чуть, друзья. Ай, блин, а. Друзья, не зря галку улучшила. Так, поникните форт. Сейчас окей. Сейчас пришвартуем галочку. А, где ее можно пришвартовать? А, вон где ее надо пришвартовать. В общем, можно ее пришвартовать. Блин, выговорить это слово не могу, а. Так, эти дебилы меня полюбес сбесят. Не-не, не хочу, не хочу. Во. Так, чувака спасать не будем. Ну, давай, думаю, он не умрет все равно. Сейчас ты все... Я хочу больше всего захватить форт. Блин, сейчас пришвартуем галку. Во, я выиграл это классное слово. Ух ты, уфига себе, у тебя четвертый копится. Охренеть, я думал, максимально третий. Не, мне кажется, до четвертого лучше пока не идти. Галка хоть у меня... Блин, сори, сори, ребята. Галка хоть у меня, конечно, стало получше. Но еще качать и качать ее. Так. Поэтому, друзья, нет. Я думаю, уровень известности я понижу. Дабы галка еще не готова к такому повороту событий. Сейчас, друзья, пойду быстренько. Дебилов погашу, захочу форт. Ребят моих спасу, как говорится, там наши ребята с этими дебилами воюют. Если бы не Эдвард, как говорится, эти дебилы бы так и, блин, зараза, убивали бы наших, бы держали в плену. Эдвард величайший пират-ассасин. Так, нам получится тут можно залезть, да? О-о-о, круто так. Поехайте в форт, убейте офицера форта. Ну, в принципе, как стандартно, а? Как, в принципе, на всех фортах. Убить, найти дебила, убить его. Сейчас я быстренько. Ого. Мау, нифига себе его скинула. Опа, сундучок. Так, сундук у нас внизу, да? Да, внизу сундук. Сейчас мы быстро его откроем. Опа. Так. Драйт Тартуга. Кстати, Тартуга. Пятая Крыска моря, по-моему, Тартуга была. Да-да-да, была. Только не помню, какой части. Ну, была. Так. Тут, сука, без конца ничего будет появляться, пока я офицера не убью. Немножечко с ними погашусь, ради забавы. Мне просто нравится их тамплиеров убивать. Ого! Так, и пойдем уже этого офицера убьем. А может, он сам к нам придет. Ого! Как я их так фармил? Это анимусы находятся наверху. Сейчас быстренько заберемся. Если можно... А, тут можно забраться все. Так, более, в принципе, офицер там. А, вот тут... Фармит анимуса. Во-во-во-во-во. Есть, так, еще один фармит анимуса находится наверху. А вот и офицер. Так. А, я его не убил, только ранил, да? Сейчас, друзья, махать-то с ним не хочу, а. Слишком много чести для него будет, чтобы я, Эдвард Великий, махался с этим дебилом, а. А нет, он спускается. Так, хрен тебе, сука. Иди, все, эти дебилы сейчас махаться больше не будут, а. Типа они сдаются, а. А нет, сука. Не сдаются. По крайней мере, эти два дебила. Ого. Так. Получится. Ого. Да, сейчас быстренько соберусь, друзья. Фрагмент анимуса соберу. Так, добейте до штаба доберусь. Ага, ага. Есть. Так. Трайт Тартуга. Прикольное название. Может даже Тартуга. Так, этот дебил меня сбесил. Он тварь. Конченая сука. Ну все, друзья. Сейчас все будет весело. Так, я думаю... А, этого дебила так что бы я в голову застрелю, а? Ага. Ну все, сука, я теперь тут буду главный, а? Я тут шериф, я тут закон. Ха-ха-ха. Блин, а. Да здравствует капитан пиратов Эдвард Кайнеман. Мы захватили еще один форт под названием Драйт Тартуга. Ха-ха. Потом надо будет его, блин, восстановить, а? Сейчас, друзья, быстренько контракт выполню. О, видите, я почистил еще локацию. Вот, видите, сколько появилось сундучков, блин, тут дофига открытий. Вау, а. Получится, видите, сколько я уже области. Опа, фига себе, еще один легендарный корабль. Сколько, друзья, получится, видите, это получится вся территория сейчас. Блин, как же это сделать?
Вся территория Дюрсия теперь принадлежит Эдварду и его команде. А это еще пока не моя. Но я эти все порты захвачу. Кажется, это уже будет сложнее, но тем не менее. Так, я хочу сейчас быстренько, выполнить контакт. Да. Так, о, личный эскорт. Опа, нифига себе. Ваника, давайте. А где чувак? Давайте выполнить задание. Почему бы и нет? Личный эскорт, так личный эскорт. Так, личный эскорт, морские контакты. А, награда 2000. Ого, сложность, ни хрена себе. Блин, может быть, в этой миссии мы уже не будем это делать, а? Хотя, давайте, друзья, попробуем. Попытка не пытка, как говорится. Так, найти испанский фрегат. Блин, зараза, а. Так, поговорим с тобой. Я думаю, тебе что-то продать. Да-да, продам тебе грузы. Ух ты. Дабы не очень нужны реалы. Рома, конечно, мы продадим теперь меньше, чем сахара, но тем не менее. Так, ткани у меня нету. Блин, у меня мало бабла. Так, нет, подождите, я хотел улучшить. Что я могу улучшить? О, боеприпасы у меня полные. Да, так, все хорошо. Улучшение двигалки. Блин, ну, в принципе, материалов не хватает, денег не хватает, а. Зараза. Так. Как я понимаю, друзья... Опа, это максимальный уровень, да, я замутил? Прикольно. Я ничего пока улучшить. Опа, я могу тяжелые ядра улучшить. Вот, это нужная вещь, а. Хоть что-то себе улучшу. А, теперь нужно 6000, да? Опа, мощность зажигательных снарядов. Блин, я же хотел... Опа, стигай, сколько эта штука стоит, а? Так, условия. Продолжайте кампанию, чтобы разблокировать это улучшение. А, значит, пока облом, да? В любом случае, она будет следующая миссия, мы уже... Следующая миссия у нас будет именно основная. Пойдем с этим все скидом. Так, выполним сейчас, друзья, контракт. Так, получено базовые тяжелые ядра. Ага, понял. Так, получено. Ух ты, да, я знаю, что галку улучшила. Все, друзья, сейчас испанский фрегат быстренько поимеем. Ускоренно. Опа, кстати, какой сундучок. Ладненько, потом еще вернемся сюда все равно. Это же наш форт. Блин, я хотел известность понизить, а. Ладненько, друзья. Как говорится, Эдвард Кеннион ничего не боится. И его команда тоже. Сейчас, друзья, быстренько испанский фрегат поимеем. Либо они нас поимеют, как говорится, как повезет. Столкновение! А с кем столкновение, Эдвард? Тебе показалось. Сейчас, друзья, в ускоренном темпе мы приплывем, посмотрим, что же такое за испанский фрегат. Сможем ли мы его поиметь? Ну, вы поняли, или нет. Эти гепарды, я хочу потом все на канале еще постримить танки. Получится режим, последний финальный режим, остального охотника, четвертый, будет четвертый этап, будет 19 ноября. Я назову выходные, либо эти дни, либо свои выходные, когда будут. Я хочу получиться один день постримить танки, ну, у меня это режим, один день в резидент, потом в следующие выходные дозавершу я, ну, этот режим, доделаю его и получу танчик. Ну, да. И потом уже опять буду играть резидент. Эти игры... Пока что в вопросе, включится между собой... Да, вот, пока что в вопросе, друзья, выигрывают две игрушки, но между собой класса разделяют. Это Fallout и игра по зомби. Я просто английский плохо знаю, поэтому название этой игрушки назвать не могу. Пока что. Так. Защитить надо! Лёб твою мать! Я думал, надо их загасить, а их надо спасти. Так, лишний скорость, защитите Нептун. Ух ты! Блин, а прикольный, зараза, а? Сейчас, друзья, я помогу вам, а. Так, сука. Ах ты, зараза. Охренеть, а! Да. Согласен, друзья. Есть, это, я думаю, это не финал. Я так и знал, что будет нелегко, а. Так, это наш. Испанский фрегат получается, да, если я не ошибаюсь. Нептун. Смотрите, какое прикольное название корабля. Нептун. Так, сейчас, друзья, ускоримся. А, нет, ускориться не можем, да? Шавка. Так, дайте бог, чтобы у нас получилось защитить Нептун. А то я не хочу контакт просирать. Так, развернемся. И сжатки по ним, а. Ого. Но пока, конечно, они такого уровня, блин. Я понял, сейчас быстрый разворот. А то сейчас они... Блин, вроде бы Нептун такой кораблик большой. Почему он не может их поиметь? Ну, этих дебилов. Они пока слабенькие. Я не знаю.
Я понял, понял. Ух ты! Так, сейчас мы быстро, как друзья, как говорится, спасем наших союзников, а потом они нам отплатят тем же и помогут нам. Может быть, в сюжетной линии это... А, чувака спасли? Это нам пригодится. Или в любом случае, просто денежки заработаем. Говорится, повысим свою известность. Так. И еще. Есть. Да сколько же у вас тут, а? Да, эту миссию завершим, друзья. Сейчас я имею в виду, как бы защитим наших друзей. И все, и завершим эту миссию. Значит, она уже получается долгая, но очень интересная. Блин, в последнее время у меня миссии получается, что вы только что в ассасине были по часу, а? Я хочу делать по 40 минут, но зараза не получается. Блин, зараза, не врезайся в меня, Нептун. Не врезайся. Блин, сука, тут уже 4 корабля. Ёб твою медь, а. Тут уже пожестче будет, а. Ага. Я ж говорю, пожестче, а. А, это испанцы. А это... Нет времени их на абордаж брать, пока будем брать одних идиотов. Они уже наших завалят. Окей, окей. Отдавали, я тебя понял. Ого. Удачная позиция. Да, друзья. Держись. Да. Ого. Блин, охренеть, а. Ты где они, придурки? Сука. Ладно, так что быть, возьмем один кораблик на абордаж, а. Надеюсь, наших союзников они не убьют. Даже не будем нападать так быстро, как их завалим, а. Чтобы галки жизни починить. Пока нет, все. Блин, мне говорит, хавать, блин. Я пока записываю миссию, пока не могу есть, а. Фух, конечно, война обед по расписанию, но это не тот случай, а. Так, да. Сейчас галку починим. Их дебил всех добьем. Блин, и завершим мою прикольную миссию. Я пойду кушать. А если вы кушаете, друзья, желаю вам приятного аппетита. Так, осталось уничтожить 2 корабля. Либо финальные, либо нет. По ходу дела, сейчас мы, друзья, узнаем. Я понял, друзья. Давайте, а! Блин, ускорься. Ах ты падла, а. Они тараном хотят на нас пойти, зараза. Опа, а бочки я же лучшего. Блин. Сейчас, давай. Давайте, друзья, еще чуть-чуть. Есть. Блин, пока все вроде бы пойдет. Я понял, отдавали. Больше я не дам их нам. Им нас протаранить. Поэтому я резкий поворот. Да. Песня такая прикольная заиграла. Подобие как Пираты Карибского моря была. Очень жалко Джонни Деппа, честное слово. Классный, прикольный актер, а. Здесь этой дурой Эмбли Хёрдс. Опа, наши помогают нам, а. Блин, из этой дурой тупорылой, а. Его карьера может просто разрушиться, а. Он больше не сможет сниматься в прикольных фильмах, а. Желаю Джонни Деппу всего хорошего. Надеюсь, он выиграет в следующем суде. И поимеет эту Эмбер Хёрдс, ублюдскую тварину, а. Которая, честное слово, может разрушить его... его актерскую карьеру, во. Правда, офигенно прикольный актер детства. Я вообще просто реально мол, ого, жизни пополнились, видели у меня? А круто, а? Так. Угу. Еще чуть-чуть. Да, она будет потом штучку-дрючку таранную улучшить, а? Я понял. Так. Ага. Так, сейчас мы этих дебилов быстренько поимеем. Надеюсь, это будет последний кораблик. Мне, конечно, еще больше хочется играть в эту игру. Ну, просто и кушать уже хочется. А то это дело делать я не могу. Просто я не хочу себе клавиатуру пачкать, а. И мышку. Так, тем более я хочу посмотреть прикольненький сериал Боруто, а. Прикольное, классное аниме. Мы просто с другом еще ждем. Финальные серии, у нас осталось 3 серии, только естественно финальные. Посмотрим, что будет в финале. Блин, даже не знаю. Так, капитана этого я так убью. Много чести ему, как говорится.
Опа-опа! Блин, зараза, сейчас их быстренько. Вау, вау, Эдвард, круто. Сейчас больше... Ого, нифига... А, это не показалось, а. Есть! Теперь я никого из команды не потерял. Вау, вау! Блин, а. Прикольно, а. Ёпта вы иметь, а. Так, ну мы с ними что делать? Только галку починить, потому что эти ублюдки больше ничего не достойны, а. Да, мне кажется, миссия, друзья, получилась опять на час, а. Около часа точно. Так, все, личный эскорт есть. Мы выполнили личный эскорт и защитили Нептун. Блин, это круто на самом деле, а. Ух ты, известность возросла, доступна. Известность третьего уровня. Капец, а. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Так, отдавали, извини. Сейчас мы быстренько переместимся либо в форт, либо... Так, куда же, думаю, переместиться? А, точно, я хотел уже переместиться в это. Так. Гавана. Мыс Понифиста. Нет, 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 нет. Так. Это что у нас? Подожди, подожди. Больше... О, во, все, хотел переместиться. Посмотреть на Форт Эдварда. И завершу уже мою прикольненькую 21-ю миссию. Огромное всем, друзья, спасибо за вашу поддержку. Реально, респект и уважуха вам всем, ребята. Пацанчики и девчоночки. И девчонки. О, пацаны и девчонки. Так, вот так лучше будет. Так, карта сокровищ. О, посмотрите, у вас есть карта сокровищ с привязкой к этому месту. Ну-ка, давайте посмотрим, а. Так, получается... вот что получается. Это тут получается, да? Серые паруса. Получается, за домиком, где мы категория нам... О, точно. Точно, друзья. Сейчас я быстренько сбегаю в домик у меня наверх. И два ключа, которые я взял, это... Вставлю их, а. Нам еще два ключа осталось найти, и все, я получу уникальные доспехи тамплиеров. Так. Добрый капитан заботится о своих людях, так? Ребятки Юнпю печальны, что здесь нет дам для увеселения. Я знаю, где их найти, но сперва нужно построить для них дом. И сколько дом стоит мне? Хватит... Ага, нифига себе, 15к! Извини, чувак. Другой раз. Так, сейчас я быстренько в домик сбегаю, а. Кстати говоря, там с домиком мы и найдем сокровищ. Так, домик, домик, а. Так, блин, карта, карта что-то тупит, а. Эй, карта. А зараза, где домик, а? Так, ну тут домик, получается, домик где-то там находится у нас, да? А, где домик? Я реально потерял его, а. Во. Так, 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 так. Вот он, домик, получается, да? Улучшение бухты, если я не ошибаюсь, вроде бы да. Да-да-да, домик тут у нас, сейчас мы быстренько туда сбегаем, друзья. Ставим наши два ключа, которые мы, как говорится, добыли. И все, как говорится, может даже найдем сокровища по карте. И завершим мою прикольненькую 21-ю миссию. Под названием Дарт Вейн Драйк Тартуга, по-моему. Если я не ошибаюсь, я просто уже немного позабыл. Такое прикольное такое поместье, а. Надо будет потом его улучшить, как я понимаю, да. Тут что? Что можно улучшить, а? Сейчас узнаем, друзья. Скорее всего, полюбас будет дофига реалов стоить, а? У меня только 4000, блин, почти 5. Это мало, а? Не хватает, а? Так, ну поместье надо реально улучшить, а? Сейчас, друзья, зайдем. Ключики вставим, как говорится. Два ключика, которые мы раздобыли. Помогая нашим друзьям, новым ассасинам. Ух ты, какой-то серьезный мужик, а? Во-во-во-во-во. Вот они. Еще осталось найти два ключа, друзья. И все. Я получу уникальные доспехи тамплиеров. Видите? Получится броня тамплиера. Пойдите охоту на тамплиера, чтобы получить ключи, разблокировать броню. Опа. Кстати говоря, тут такое уютненько, прикольненько. Сколько тут стоит улучшение? На дом до сих пор не похоже. Сколько стоит? А, 6000! Вот! Следующей миссии, друзья, я улучшу фасад дома. Блин, жалко продать нечего. Так, теперь нам нужно найти будет по карте сокровищ именно и закончим уже миссию. Блин, зараза, что-то вот потупливает будет игра. Не сама игра, я имею в виду функции. Я сейчас хочу как-то сокровищ открыть, а не получается. Может у нас с дома выйти, а? А, да, надо было с дома выйти. Так, как-то сокровищ получается за домиком где-то на берегу. Получается, да-да, находится наше сокровище, именно серые паруса. Ладненько, давайте.
Так, карту. Так, примерно она тут где-то 633, да? Так, нет, далеко. А, это получится аж... О, а тут получится где это? А точно тут, а? А, получается везде 845. Ну, точно то, что нужно было? Ой, нет. Это какой-то глюк, друзья, Адика, друзья. Какой-то гребаный глюк, видите, а? Как-то сокровищ. Получается... А, может, это не тот дом? Скорее всего, это не тот дом. Да. Так, 442. Да, я не ту карту сокровищ открыл, а? От балбеса. Не сто... Не, получится, не к этой привязке. 500. Так, тут у нас 800. Вот. 845 на 468. Получается, у нас тут пещерки, какой-то мостик. И там, получается, находится сокровище, да? Блин, зараза. 845 на 468. Получится ли у меня найти эту местность? Не получится. Непонятно, это просто везде. 845, хрен поймешь где. А скорее всего, кажется, друзья, где-то вот тут, наверное, находится сокровище. А? Где-то вот тут. Если я не ошибаюсь, а? Вроде бы, да. Сейчас быстренько, друзья, сбегаю по быстрянчику и завершу мою прикольную миссию. Вау, нифига себе мельница. Охренеть, колесо такое, которое воды почищает, а? Блин, это очень прикольная игра. Все же, скорее всего, миссия получилась на час, а? Опа! Можно даже получше сейчас 6000 реалов накопить себе и улучшить фасад дома. Так, большой Янагуа. Сундуки 5 из 10. Сейчас, друзья, большечко побежечку устроим. Кстати говоря, спорт — это полезная штука, друзья. Занимайтесь спортом. Это класс. Главное, не переусердствуйте. Спорт, конечно, хорошо. Но перенапрягаться вредно для здоровья. Ух ты. Так, блин, как туда попасть, а? В общем, вопрос, а? Надеюсь, я в правильном направлении иду. Скорее всего, хрен с два в правильном, а? Блин, тут заблудиться можно. О, нет, вроде бы правильно, а? Блин, тут на самом деле такой прикольно. За кого-то свистеть, а? Тут уже всех поубивал. Врагов тут больше никому нет. Тут только мои ребята и я. Да, надо будет отвлекать сюда Эдварда жену, как говорится... Прифигачить, ну, в смысле, позвать ее сюда. Надеюсь, она еще любит Эдварда. Так. Вроде бы я в правильном направлении бегу. Кстати, как прикольно, тут Дюкаса я убивал, а? Лазил, блин, все такое. Так, хрена с два, да? Эй, подождите, как-то понять эту фигню? Это что, блин, запутанная тут, как говорится, местность, а? Друзья. Тут хрена с два, тут хрен... И получится как-то понять. Так, вот, блин, запутанная фиговина. Тут еще получается везде 845. Как понять, блин, где именно искать, я хрен поймешь. Скорее всего, вот это, наверное, и есть, а? Здесь материалы для базы данных. Скорее всего, это и есть, да. Блин, как же тут... Я заблудился, друзья. Ужас, а? Блин, мне нужно тут... Вот. Так. Блин, либо правильно, либо неправильно. Я иду... Хрен поймешь. Ну, сундук тут рядом находится. Какой-то сундук. Видите, тут... А, нет, все-таки тут можно пробраться. Я не знал. Будет балбес, а. Ваня-ка. Так, опа, сундук еще один нашел. Круто. Так, тут я не был. Блин, реально тут не было. Подожди. Ух ты. Я тут первый раз лазить, друзья. Так, тут мы точно не пойдем. Так, Ваня-ка, сейчас заберемся. Такушки. Блин. Здесь я сейчас, друзья, иду в правильном направлении. Или опять же нет. В любом случае, тут прикольный красивый остров, а? Мне нравится. Скорее всего, друзья, я пошел в неправильное направление. Или в правильном. Я уже не понимаю, друзья, честно. Надеюсь, что иду в правильном, а? Очень хочется найти, блин, этот еще... Ого, класс, красивый водопад. Так. Опа. Молодец, Эдвард, молодец. Видите, как Эдвард качался, ходил в качалочку, занимался спортом. И вот, видите, может лазить везде. Молодец. Так. Ну, я вроде бы почти добежал, если я не ошибаюсь, да? Блин, не туда. Я хотел что-то сюда. Во. Ну, вроде бы, по идее, я бегу правильно. Надеюсь, так и есть, а? Надеюсь, я не зря бессмысленно трачу время, ваше и свое, и не просто так бегаю. Фух. Хотя Эдварда надо держать в форме, а? Чтобы жена к нему вернулась.
Так, тут мы... Тут я тоже был. Опа, еще один сундук. Да ни хрена себе. А тут сундук где? А тут, походу, сундук Манди Ивановской, да? А можешь забрать сюда? Ага, хрена с два. Это, скорее всего, с другой стороны острова, да? Блин, тут нигде не заберешься, походу, а? Не, походу, скорее всего, нигде, а? Это жалко. А или потом, ладно, потом соберу тебя. В следующий раз, так. Сейчас наша цель именно другая. Так, куда же мне бежать? Надеюсь, сюда. Блин, птички поют, прикольно, а? Тут очень красиво, а? Ух, еще бегу, бегу, бегу и бегу, а? Блин, я тут был или не был? Скорее всего, тут был, а? Да, я тут, скорее всего, был. В самом начале, в принципе, мы отсюда, с этой стороны, в принципе, я же и пошел, как сказать, в джунгли попал. Так, может быть... О, сейчас будет, скорее всего, прыгать, друзья. Да. Сейчас прыжок вверх устроим. Вау, обожаю я так делать, а. Я, конечно, так и завершу миссию, но нам нужно попасть туда, куда я хочу, а. Опа, испытание Абстрега Прадеда. Прыгайте в воду с высоты 45 метров. Круто, круто. А, вот как оно получается, да? Эй, что такое? Эй, что это такое? Эй, ребята, вы что? Типа, что ли, хрена с два? Блин, кстати, как тут красиво, может быть, пикничок устроить тут с моей женой, блин, на этом острове. Во-во-во. Так, затонувший корабль, ну, именно разрушенный. А, в пещеру, скорее всего, надо войти, блин. Вот как, тут покупаться можно и пикник можно устроить, блин. Мне бы такой остров бы, я бы тут с моей семьей бы жил бы и кайфовал бы. Да, кстати, конечно, бы еще магазины были бы неподалеку, а. Так, где же вход, а? Вот надо найти вход, друзья. А вот где он? Так, тут у нас лодка. Это я понял. А вход? Опа. Тут мои друзья. А, реально мои друзья пираты, а? Здорово, здорово, братишки. Так. Где у нас вход? Я понял, что я типа потом могу переместиться на галку. Но мне это не нужно. Мне нужно сейчас найти вход в пещеры. Если, конечно, я его найду. Не, найти-то я его найду. Только сколько мне времени понадобится, чтобы это сделать? Вот это вопрос. Так, а. Вроде бы да, я вроде... Так. Так, так, так. Я вроде бы почти приблизился именно куда нужно. Если, конечно, тут можно будет. Блин, да тут так запутано все, друзья, что хрен поймешь, а? Ах ты же, зараза. Да, тут в этой игре думать надо однозначно. Ты, блин. Так, я хочу сюда. Однозначно сюда. Так, заработать мало, но в любом случае я хочу заработать. Так. Видите, получается, если так судить, я близко. Ну, а на самом деле, куда именно, тут заросли, видите? Тут не пойдешь. Только что реально пролезть нельзя. Видите, хрена с два. И куда-то... Так, тут сундук у нас неподалеку, да? И опять же тоже нельзя. Блин, тут так сейчас фигачено, все заделано, блин. Хрен пролезешь, а? Хрен пройдешь. Надеюсь, сюда. Так, ну тут, видите, у нас сундуки прям вообще рядом, а? Прям так, капец как рядом, а? Нет, получится, скорее всего, с другой стороны. Блин, все-таки я зря сюда побежал. Так, тут... А, тут можно забраться? Опа-опа, по-моему, тут можно забраться, если я не ошибаюсь. Так, раз, два. Так, селектор оружия. Нет, тут можно, а вот тут... Нет, тут хрена с два, да? Это зараза. Не удивляйся, будет порой, друзья. По всяким пигням высоким, это же может лазить, а? Так, спрыгнем мы вниз или нет? Фух, чуть не умер, а? Так, а вот тут не может залезть. Ну, блин. Во куда, я чуть-чуть тупанул, получится оно аж... А, во как чё. Все, понял, понял. Сейчас, все будет, друзья. Сейчас. Да. Так. По носу корабля. Да. Ой-ой-ой-ой. Есть, 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 есть. Все получилось, друзья. Давай, Эдвард. Давай. Еще немножечко со сундуки эти возьмем. И, в принципе, тут мы нашу миссию завершим. Да. На принятой ноте, друзья, мы завершили наше прикольное приключение на сегодня. Да, друзья, вот так вот встанем сейчас.
Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. 21-я часть под названием Тартуга, в общем, завершена. Не болейте. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Я говно вам всем, друзья, спасибо за поддержку. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.